Вы в курсе, что в апреле, а именно 2 числа, во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма? Боб Дилан, Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Вуди Аллен. Как ни странно, но у этих людей отмечаются черты расстройства аутистического спектра. Об этом состоянии в последнее время пишут и говорят немало, но до сих пор многие считают, что это болезнь, притом загадочная, которую нужно лечить. На самом деле аутизм не проходит и не излечивается. Здравствуйте, я Инга Габеши, это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Помочь своим детям сделать так, чтобы это состояние не мешало жить, в первую очередь могут сами родители. Настойчивые, активные, терпеливые родители сочинских детей-аутистов не просто научились понимать их особый взгляд на мир, но и научились методам их социальной адаптации. О том, как грамотно включать особых детей в среду обычных, а также об участии Сочи в федеральной просветительской акции «Особый ребенок в общественных местах» мы поговорим с членом Союза журналистов России, с представителем Центра инклюзивного развития «Включи» и мамой особого сына Надеждой Назаровой. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, в чем суть этой акции «Особый ребенок в общественных местах»? Суть акции в том, чтобы донести до людей информацию, что такое аутизм, какие его основные признаки и как реагировать, если вдруг у ребенка с аутизмом, у особого ребенка случился приступ. Ведь многие родители сталкиваются с негативной реакцией окружающих. Понятно, что мы своих детей стараемся вот максимально социализировать, максимально научить их вести себя в обществе. Для этого создаются специальные программы коррекции поведения. Дети наши, у них нет отпусков, у них нет каникул, они практически каждый день, там по 3, по 4, там у всех по-разному часов, они занимаются для того, чтобы адаптироваться к обществу. Наш паровоз вот деток, да, он идет навстречу обществу, но, к сожалению, у всех детей тяжесть нарушения разная. Часто бывает, что паровоз этот запаздывает, причем существенно, и приходится много-много работать для того, чтобы ребенок в обществе себя вел, ну, и на него не обращали внимания. И вот пока идет работа, очень часто вот мамы с детьми, там родители выходят в какие-то общественные места, кафе, в торговые центры, на детские площадки гулять с детьми. Не закроешь же ребенка в комнате. Мы должны его включать в среду, только там он грамотно, только там он научится себя правильно вести, только там в применении, только в этой среде те навыки, которые он получил в кабинете, занятиях с психологом, дефектологом, терапистом, можно отработать, да? Ну и вообще, он просто ребенок, ему хочется на детскую площадку, хочется пойти на батуте попрыгать, там, в торговом центре погулять с родителями по магазинам. Но иногда у этих детей случаются приступы, истерики из-за, например, сенсорных перегрузок. Вот у нас организм, входящую информацию тактильную, слуховую, визуально воспринимает, ну вот грамотно, да, вот мы как люди вот обычные, да, у этих детей может быть сбой в этой информации, и из-за того, что, например, слишком громкий звук, слишком много людей, слишком яркий свет, они не могут себя контролировать, и вот у них может случиться срыв. И очень часто, конечно, родителям советуют, как правило, взять ремень. Мамы спрашивают, а у вас что, папы нет, некому ребенка воспитывает, там, либо просят выйти. Например, вот акция инициирована была тюменской мамой Гульнарой Прадедовой, да, они ехали с сыном в такси, и таксист отказался их везти и сказал выйти, что и попросил их выйти в очень такой грубой форме, потому что у нее ребенок, ну, не умеет просто вот тихо сидеть на стуле, он на диване в машине, да, на кресле. Он начал там прыгать, может быть, какие-то звуки необычные произносить, и таксиста это не устроило, вот. И мама, конечно, очень долго морально переживала эту ситуацию, и
нашла в себе силы инициировать эту акцию. Мы вот напечатали эти листовки, вот, и мы как в Сочи тоже решили присоединиться, потому что ну, нам всем родителям всей нашей страны знакома эта проблема. И, конечно же, проблема не потому, что и люди так реагируют, вот я в этом уверена, не потому, что они плохие, не потому, что они там жестокие и плохо относятся к детям, просто потому, что они не знают что у ребенка особенности поведения. И людям, когда с ними разговариваешь, а с людьми надо разговаривать, объясняют спокойно, они начинают реагировать хорошо, они предлагают свою помощь. Вот мы, когда инициировали эту акцию, нам помогают сочинские школьники, ребята из юные журналисты из «Пёстой строки». Сейчас присоединились к акции студенты из СГУ. Вот 20 человек будет распространять на улицах города. Родители сами давайте там распространяют листовки по микрорайонам. Я когда запустила акцию в своем Фейсбуке, там откликнулись люди из торгово-промышленной палаты. Ну, отовсюду, откуда, из школы Китайгородской. То есть отовсюду вот такой вот ком, и все готовы помогать. Предпринимательское сообщество. То есть, когда с людьми разговариваешь, до них доносишь информацию, то получаешь адекватный ответ. Но когда информация замалчивается, и вдруг необычный ребенок появляется где-то в обществе, и общество к этому не готово, то, конечно, можно ожидать негативной реакции. Мы хотим подготовить общество, но это не отменяет того, что мы готовим наших детей, не отменяем того, что мы корректируем поведение. То есть дети и родители работают активно над проблемами деток, над дефицитами, которые у них есть. Но и хотелось бы, конечно, чтобы и общество тоже понимало, что только включение в общество, включение в школы, в любую социальную среду, да, походы на концерты, в кино, ну, везде, даже простейший самый бытовой поход на детскую площадку, только эти походы, они могут иметь терапевтический эффект. Действительно, увидев на улице плачущего капризулю, многие прохожие начинают поучать или ругать маму за плохое воспитание. Вот как отметила Надежда, зачастую это происходит не из-за того, что человек негативно настроен, а из-за незнания основных признаков ребенка вот с аутистическим расстройством. Поэтому будьте внимательнее, бдительнее и помните, что лучшая помощь родителям детей с аутизмом – это терпимость и доброжелательность. Надежда, не так давно вы открыли центр развития, инклюзивного развития в Ключи. Вот в чем его особенности? Я знаю, что особенность есть, все дело в слове инклюзивное, да? Да. Действительно, особенность его, ну, именно в инклюзивности. Центр у нас занимается не только с особыми детьми, это, конечно, одна из главных наших функций, но у нас занимаются в том числе и обычные дети. У нас есть группы кратковременного пребывания, так называемые, где детки обычные занимаются с психологами, с песочными терапевтами, с музыкальными педагогами. И в эти группы обычных детей мы планируем включать потихонечку особых. Почему именно планируем? Потому что центр здесь работает не так давно. Вот опять же, вот, когда я говорила, что дорога должна быть с двухсторонним движением. То есть мы сейчас тех особых деток, которые к нам пришли, мы сейчас с ними работаем активно. То есть работают наши психологи, дефектологи, арт-терапевты, работают инструктора по адаптивной физкультуре, ну и многие другие, для того, чтобы ребенка социализировать, для того, чтобы помочь ему проработать его дефициты. И когда ребенок будет подготовлен для включения его в среду обычных, ну, то есть мы поймем, что там есть возможность включить его вместе с психологом, с тьютором, мы будем потихонечку включать. У нас уже есть детки, которые уже вот подходят к этой черте, но просто наш центр вот сейчас третий месяц всего лишь работает. Конечно, для детей для включения в среду нужно готовить, но и вот среду как тоже вы готовите, нужно готовить. Да? Вот как вы отметили, что аутисты, они обучаемы, и как именно их обучают в вашем центре все эти педагоги? Ведь, да, это аутизм не только нарушение речи, в основном это трудности в коммуникации. Да. В какой форме проходят сами уроки? Ну, мы пропагандируем
систему, мы пропагандируем поведенческий подход. У нас уже несколько терапистов обучились на курсах поведенческого подхода, и мы работаем в этом русле. В чем суть поведенческого подхода? Ребенку дают возможность проявить себя, дав ему возможность быть успешным. Ну, вот если совсем-совсем-совсем на пальцах объяснить, мы поведенческий подход, вот мы в своей обычной жизни используем его, не осознавая. Ну, например, вот вы работаете за зарплату, вы получаете поощрение. Если у вас не будет зарплаты, не будет поощрения, вам работать будет неинтересно. Вот и ребенок, да? Ну, это совсем, совсем крупное поощрение. Более мелкое поощрение, там вас похвалят, да? Или там подарят что-то любимое, или там конфетку дадут, чай нальют, да, там вот за что-то хорошее, да, или там вот шоколадку подарят, уже приятно, да. Ребенок, он тоже человек, тоже взрослый, тоже он работает. И тоже работает, ну, так, за так называемую зарплату. То есть мы под каждого ребенка подбираем поощрение. Да? Это поощрение может быть, их должно быть несколько, они должны постоянно меняться. Причем эта система очень такая четкая, поведенческий подход — это наука. Там дважды два — это всегда четыре. Вот под каждого ребенка подбирается система поощрения, подбирается система занятий. И то ребенок, есть вы их стимулируете. Да, и ребенок, от самого простого, от научения самым простейшим бытовым навыкам до самых, до самых высоких функций, да, там, до обучения его там письму, грамоте, счету, всему. Школьная подготовка тоже, навыки быта. Навыки быта — это основное, что нужно, потому что очень часто родители уделяют огромное количество времени дидактическим навыкам, навыкам школьным, там изучают цвета, изучают там размеры, формы, учат таблицу умножения, сложения, вычитания. На самом деле огромное количество расширяет его лексикон максимально, там, ну и так далее, и так далее. То есть уделяют, уделяют внимание этому, но совершенно оставляя без внимания социально-бытовые навыки. И вот очень часто бывают вот у взрослых аутистов, они занимают первые места на олимпиадах, они могут защищать кандидатские, они могут учиться в университете, но налить себе стакан воды он не может. Ну, это условно, да, подогреть себе еду, что-либо приготовить, ну, вплоть до самых необходимых бытовых навыков, у него они не сформированы. И это, конечно, очень тяжело для тех людей, кто рядом с ним, но и тяжело и для него, потому что папа, мама, окружающие люди не вечные. И, конечно же, формирование бытовых навыков – это основные. Поэтому мы, конечно, стараемся разработать комплексную программу работы для ребенка. Вот сейчас у нас работают педагоги, которые постоянно обучаются. У нас сейчас один из педагогов, Алина Арзанова, она едет на курсы по альтернативной системе коммуникации ПЭКС. Это система работы с карточками. То есть к нам очень много приходит невербальных деток, деток, которые не говорят. Вот 9 лет, 10 лет, у ребенка нет речи, у ребенка нет языка. И он не может сообщить о самых простейших своих желаниях. Система ПЭКС, она как раз-таки и призвана ребенка научить в первую очередь коммуницировать. Но это не значит, что когда мы соглашаемся на ПЭКС, когда мы его вводим, что мы ставим крест на речи. Нет. По современным исследованиям 80% детей, кому была введена ПЭКС, у них довольно скоро начинается речь. И причем ПЭКС дает возможность простраивать эту речь грамотно, потому что у аутистов серьезные проблемы с постройкой предложений. Вот у меня ребенок, ему 8 лет, да, к сожалению, о системе ПЭКС я узнала гораздо позже, чем мы сказали первое слово. Вот, и он, например, когда он хочет кушать или хочет блинов, ну, там, у него любимые там блины, еще что-то, да, там, котлеты, он говорит: мама, сковородка, блины, пожарь, пожалуйста. То есть ему сложно сейчас вот простроить правильное предложение. Система ПЭКС, она помогает простроить эти предложения. То есть ты там есть возможность с помощью карточек строить предложение из двух слов, из трех слов. Доходят сложно подчиненные предложения.
То есть все зависит от уровня ребенка. Но это визуальные подсказки помогают правильно сформировать речь. И потом, когда речь уже будет хорошо сформирована, да, ну, от системы ПЭКС можно отказаться вполне. Но чем раньше вот ее вводят деткам, тем быстрее и лучше налаживается самое главное, именно коммуникация. То есть педагог сейчас обучится, да, и вы будете внедрять в своем центре. Нам очень повезло, потому что обучение стоит серьезных денег, и нам очень повезло, у нас нашелся спонсор, который профинансирует именно обучение этого педагога. Все мы знаем, что Сочи – город без барьеров. В городе работает доступная среда. Перемены произошли не только в парках, подземных переходах. Поменялась и ментальность людей, отношение к людям с инвалидностью. Сегодня многие из них социализированы, участвуют в городских мероприятиях, которые проходят и при поддержке губернатора, Краевого министерства социальной политики и труда. А вот ваши детки, в каких, помимо занятий, подготовки к школе, в каких мероприятиях они участвуют? Нам, конечно, все помогают. У нас вот сейчас, вот в день, когда мы с вами разговариваем, идет активная подготовка. Планируется концерт, благотворительный аукцион. У нас там выступает огромное количество детей, в том числе поет и девушка с аутизмом. Помогает нам проводить концерт совместно, мы проводим с квартетом Рахманинова. Они выступили тоже инициаторами и соорганизаторами концерта. То есть мы проводим вот какие-то активные социальные акции, да, там шествия с шариками, там еще что-то. Это все хорошо, замечательно, но все-таки в первую очередь нашим детям необходимо оказывать помощь здесь и сейчас, потому что серьезнейшая проблема – это проблема раннего выявления аутизма и раннее начало работы. Вот именно для решения вот этой вот проблемы мы вот и сосредоточили свои силы. Именно для этого мы открыли центр. Именно для этого мы вот создали еще автономную некоммерческую организацию «Инклюзия Сочи», президентом которой я являюсь. У нас такая хорошая команда собралась, которая работает. Нам, кстати, муниципалитет выделил сейчас помещение, в котором мы будем организовывать досугово-развивающий центр, еще один в Сочи. Просто центр в Ключи находится в Адлере, а сочинским детям, к сожалению, тут еще с ними нужно работать. Плюс мы сейчас активно, кроме того, как готовим в школе, у нас сейчас есть один из приоритетнейших проектов, это инклюзивное образование в школах. Угу. Нас очень хорошо поддерживает управление образованием, поддерживает на уровне министерства края, Краевого министерства образования. У нас сейчас вот в Сочи в сентябре 2016 года должны пойти несколько детей в общеобразовательные школы, но это не просто прийти и сесть за парты, да, вот наши особые детки, мы должны правильно сформировать команду, которая будет работать с этими детьми. Только тогда мы получим тот эффект, которого мы ждем. В том же Крыму, в Симферополе, с 2008 года система инклюзивного образования работает успешно. И там вот мы, когда ездили, изучали опыт, вот с нашей общественной организацией, мы видели деток, которые перешли в шестой класс аутичных, да, они пришли в первый класс с довольно сложными детками. Там с ними была проведена колоссальнейшая работа, конечно же, тьютором, сопровождающим, педагогом, тем, кто адаптировал школьные программы под ним, те, кто работал и вкладывал в них свою душу и силы, вот я считаю, им памятник надо поставить. Но сейчас эти дети, их практически не отличишь от обычных. И это, конечно, самое серьезное поощрение, которое вся команда крымская вот получила. Они говорят об этом, вот у них глазки горят. И вот сейчас мы первое, вот сейчас у нас к эксперименту присоединилась 8-я школа. Игорь Никитин, он оказался смелым человеком и не сказал сразу «нет». Вот, у меня уже мой сын там учится в классе предшкольной подготовки с обычными детками, вот уже мы заканчиваем. И в первый класс мы тоже туда идем. Сейчас прорабатываем систему, каким образом это будет делаться. То есть мы сейчас вот обучаем с нашей некоммерческой организацией тьютора. Сейчас будем обучать учителя, будем обучать так называемого ресурсного учителя. Это учитель, который будет связующим звеном между обычным учителем и тьютором, который будет помогать адаптировать школьные программы, потому что наших детей вот просто посадить в класс под общую программу, ну, это
не будет нехорошо ни для учителя, ни для учеников, ни для нашего ребенка. То есть ребенка. Сдвиги происходят в этой сфере? Да, да, сдвиги происходят серьезные, и мы видим движение государственных органов, муниципалитета нам навстречу. Мы очень благодарны, что так происходит. Ну и мы, конечно же, не стоим на месте, потому что просто сидеть и ждать, пока решат наши проблемы, ну это мы не можем. Мы готовы помогать, действовать. Надежда, как мы уже поняли, коррекция детского аутизма должна быть комплексной. Конечно, вот, и ранней. Да, инклюзивный центр «Ключи» работает именно по этому принципу. Ну, вот скажите, именно по вашим наблюдениям, какая терапия из всех предложенных подходит ребенку с расстройством аутистического спектра больше? Если мы будем работать только, например, в индивидуальном режиме, например, психолог-ребенок, терапист-ребенок в кабинете, и выходя из кабинета, ребенок будет закрыт в квартире, ребенок никуда не будет ходить, ребенок не будет применять те навыки и те возможности, что он получает в кабинете у психолога, у тераписта, не будет применять их на детской площадке, дома с родителями, не будет дальше, например, обучаться в школе, не будет в детском саду эти навыки применять, да, то, к сожалению, это будет игра в пустые ворота. Если эти навыки не будут отрабатываться в магазинах, на детской площадке, с другими детьми, что очень важно, с другими детьми, то, к сожалению, вот вся вот эта вот активная работа, она будет стопориться очень-очень серьезно. И динамика социализации помощи этому ребенку, она будет существенно ниже. Но мы идем по этому пути, и я думаю, что путь осилит идущий. Однозначно. Однозначно. Сегодня расстройство аутистического спектра наблюдается у каждого 68-го жителя планеты. По описанию родителей, дети-аутисты самодостаточны, живут в собственной скорлупе. Особенно счастливы, когда их оставляют в покое, не замечают окружающих. У родителей взрослеющего ребенка с состоянием аутизма возникают вполне естественные вопросы. Сможет ли ребенок пойти в школу, создать семью и даже водить машину? Вопрос есть. Все зависит от того, насколько ребенок адаптируется и социализируется, а также насколько родители, педагоги, общество помогут ему раскрыть свои возможности. На этом время нашей программы истекло. Будьте в курсе всех городских событий. Всего вам самого доброго. Надежда, вам огромное спасибо за беседу. Просто спасибо вам. Вам спасибо, что удачи, пригласили. Терпение. Спасибо.